Мимо ристалищ, капищ, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров мира и горя мимо ристалищ, капищ, мимо шикарных кладбищ, мимо ристалищ, капищ, мимо шикарных кладбищ. Макаров нужен? Кому? Тебе. Мне? Я вас не понимаю. Я говорю, Макаров нужен. Пушка, пистолет, полная обойма патронов. Нет. Зачем? Не надо. Ну и мудак. Деточки все трое лежат порубанные. А жену-то как увидел, так сам. Чё сам? Вперед, пожалуйста. Макаров нужен? Ты чё, псих, что ли? Сколько дашь? 10. Чё 10? Не рублей, конечно, тысяч. Правильно. Кто сейчас на рубли считает? Тем более это и не цена. 3 копейки. Он знаешь сейчас, сколько стоит? Ты газеты читаешь? Читаю, у меня больше нет. Ты чё, я не про это. А не у тебя чё, с собой? С собой. Покажи. А он у тебя где? Вот он. Вот, гляди, обоймы, патроны, все при нем. Дай. А деньги? Ты что? С такими деньгами по ночам гуляешь? Подарили сегодня. А, ну, тогда понятно.
Впрочем, так. Ты меня не знаешь. И я тебя не знаю. Сашенька, поздравляю тебя. Извини, пусть раз будешь. Тихо. Саша, Сашенька, что-нибудь случилось? Что с тобой, Сашенька? Саша. Саша, что с тобой? Ничего страшного. Немного выпил, голова раскалывается. О, Господи. А я думала, тебя опять сбили. Тимофеевич? Да, но он просит назвать себя Савелием Тимофеевичем. И что он сказал? Ну, он сказал, что новые русские не дадут заглохнуть в роднику русской поэзии. Так сказал? Ну, это цитата. Ну, вот видишь, а вспомни свой пессимизм. У меня больше не выйдет ни одного сборника. А я говорила, погоди, они уже идут, помнишь? Угу. Вот, видишь, они уже пришли. Наши новые Морозовы, Мамонтовы, Третьяковы. Рябушинские. Сашенька. А когда уходил, Фунтов сунул мне в карман конверт. Какой конверт? А? С поздравлением. Что ж ты не показал? Забыл. Сашенька, а денег они, ты говорил, обещали? Да, 10 000. На будущей неделе. У них, оказывается... А, тише. Тоже. Бухгалтерия, бюрократия. Да. А она что? Совсем? Ничего. Никто не звонил? Звонили. С телефонной станции. Обещали телефон отключить. Да, еще Анна звонила. Тебя поздравляла. Ей дали 7-й класс. Стала им читать Гумилева. А они даже имени такого не слышали, представляешь? Ой, какой ужас. Знаешь, что она им читала? Он стоит пред раскаленным горном, невысокий, старый человек, взгляд спокойный, кажется покорным от мигания красноватых век. Все товарищи его заснули, только он один еще спит. Все занято. Седою, вспененной двиной, пулей мотлитой отыщет грудь мою, она пришла за мной. Упаду смертельно за тоскою. Извини, Наташа, давай спать. Давай. Саша! Что? Тебе плохо? Нет, мне хорошо. Правда хорошо? Правда хорошо. Ты послушай, какая прелесть.
Однажды летним вечером, одетый как на бал, шагал герой по Невскому и песни напевал. Ни страшного финала, ни тайных жутких мук ничто не предвещало нигде еще вокруг. Поэтому по Невскому шагал герой и пел. И даже вызывающий на бал глядел. А так, когда не знаешь дальнейшей жизни путь, идешь себе, шагаешь, по Невскому шагаешь и песни напеваешь, почесывая грудь. Когда весна придет, не знаю, пройду дожди. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Сойду. Здравствуй, девочка. Снега, но ты здрасте, здрасте. Улица родная и в непогоду дорога. На этой улице подростков гонял по крышам галуге. И здесь на этом перекрестке с любовью встретился своей. Здравствуйте, Александр Сергеевич, Веснович. Здравствуйте, Арина Родионовна. Поиска-то как? Пока нет, но ждем со дня на день. Мужик, закурить не найдешь? Что? Закурить, говорю, не найдешь! Я не курю. Теперь закуришь! Эй, ты что делаешь, парень? Ты что делаешь там? Милиция! Милиция! Эх, хорошо. Ни за что, ты понимаешь? Ни за что! Ни за что! Тише, осью разбудишь. Иду, дай закурить. Я не курю, теперь закуришь. Убивать их надо! Тише, Сашенька, тише. Убивать? Тише. Сашенька. Наташа. Сашенька, идем, идем. Железнодорожная станция «Морская» на берегу Финского залива «Подснежник» на языке криминалистов. Труп спрятан зимой, а может еще и осенью прошлого года под снегом и льдом. Почти мумия. Не разобрать даже мужчина или женщина. Я пойду прогуляюсь. Саша, подожди. Что это? Папиросы. Ну, допустим, это сигареты. Могу я поинтересоваться, зачем они мне? Затем, что если кто-нибудь попросит у тебя закурить, то ты дашь. И спичечку поднесу. Саша, я прошу тебя второй раз в жизни. Не обижайся. Это нужно. Мне, тебе, нашим детям. Это нужно всем. Thank you.
Жалко не к черту. Ты курить будешь? Нет. Ну, я тоже нет. Ты видал, он? Это светленькая бежит. Говорит мне, пойдемте, говорит, в весенний лес. Я говорю, пойдем. А она ку-ку и бежать. Третий час бегаем. Ку-ку! Ку-ку! Ну, ладно, я побежал. Ку-ку! Ку-ку! А, ку-ку, ку-ку. Ку-ку! 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 Да-да-да, это я. А мы здесь. Угу. Так. Саша! Сашенька! А, скорее, пожалуйста! Саша! Что? О, Господи! Осенька. Ну, что за паника? А ты что нарядилась? И откуда харчи, Наталья? Вась приезжал. Представляешь, продал кур, купил козу. Козу? Ага, Зину. Говорит, я сам на козьем молоке вырос. И Оська наш вырастет. И коньяк его? И коньяк. Он тебя очень долго ждал. Да, Васька, Васька, Васька. Саша, а какой сегодня день? Сегодня вторник, кажется. А число? 16. Апреля. Ну, разумеется. Наташ, давай, жрать хочу. О, Господи. Ай. Прости. Прошу. Сегодня не просто годовщина. Сегодня юбилей. Вот как? 20 лет. Да. Саша, а? Ты как себя чувствуешь? В каком смысле? Ты столько времени проводишь в туалете. Может, принимать слабительное? За тебя. Слушай, откуда Васька знает о нашем первом поцелуе? А он, оказывается, подглядывал, дурачок. Вот как? Он что, был тогда в тебя влюблен? Угу. Вот гад, столько лет скрывал. Угу. Ой, он же в подарок нам принес свою тетрадь школьных стихов. И стихи писал? Да, но когда твои прочитал, бросил. В 8 классе. Так, дню Советской Армии. Американцы вон из Вьетнама. Мама родная. НН. Ну точно, у нас другой НН в классе не было. У тебя голубые глаза. У меня на носу веснушки. У тебя все ребята друзья. У меня ни одной подружки. У меня в моем сердце к тебе есть одно секретное чувство. У тебя в твоем сердце ко мне ничего нет. Пусто. Но я верю, настанет день и вечер, и ночь настанет. И ты поймешь, что я думаю о тебе. И нам вместе очень хорошо станет. Они так уж.
уж и плохо для 8 класса, правда? А? Видишь, сам хрен засунул. Не узнаешь? Помнишь, как ты подошел здесь ко мне, попросил закурить, я сказал, что не курю, а ты мне ударил. Да пошел ты, козел! А это видел? Молись, сука, своему богу. Кто он у тебя? Портвейн? Не губи! Александр Сергеевич, возьмите. Зачем? Положите под язык. Эту боль терпеть нельзя. Спасибо. Александр Сергеевич! Александр Сергеевич! Я обожаю ваши стихи. Только вы и Блок. Блок и вы. Берегите себя. И главное, я ничего с ней поделал. Она вцепилась в меня, как кошка. А тут еще мужик ее стопорол. Хорошо, репет под страхом. Макаров! Макаров! Макаров, привет! Привет! Поздравляю тебя, поздравляю! Спасибо еще. Поздравляю с выходом поэтического сборника. Не каждый может похвастаться. Слушай, а ты, оказывается, кокетлив, а я и не знала. Между прочим, я вчера вернулась из Москвы, представляешь? Я делала передачу с Ивановым Рабиновичем. И он сказал, что когда он учился в школе, ты был его любимым поэтом. Поздравляю тебя. Кто? Иванов Рабинович. Не надо делать вид, что ты его не знаешь, а? Действительно не знаю. Как ты его не знаешь? Это классик, живой классик постмодернизма. Это один из самых валютных поэтов в нашей стране. Господи! Знаешь, Алена, по правде сказать, я не знаю, что такое постмодернизм. Макаров, ну как тебе не стыдно, а? Ну ты пойми, что постмодернизм, для него поэзия — это все. Ну, например, ну вот эти буквы на этой стене, ну я не знаю, лозунги, названия, объявления, заявления, ну все, вся действительность. И ты пойми, что он не ищет образов в реальной действительности, он ее разлагает, потому что это пошло, понимаешь, пошло. Он разлагает само слово и в конечном итоге его просто уничтожает. Зачем? Ну, чтобы вернуть слову первоначальное значение. Ну, Макаров,
Ну, подумай, ну как, вот это весна, да? Ну вот вы, поэты, измусолили, измочалили это понятие до неприличия. А ты знаешь, как написал Иванов Рабинович? Весна. Щепка на щепку лезет. Гениальный просто. Ну просто гениально. Ну согласись, а? Тебя, кажется. Проклятый Селифан. Ну ладно, пока. Скоро увидимся, да? Кстати, в часе критики я буду рецензировать твою книгу. Hey, boy, пока! Что ты за идиот, твою мать, налево? Вот сюда бы сейчас пулемет, Максим, да по крыше как дед трясущими. Чтобы он не остановился! Остановился бы! Что ты будешь делать? Ну что делать? Третий приходит мимо, хоть ложись-то помираешь. Да не помирать надо, а вооружаться. Кто это? Фунтов. Мир вам, люди добрые. Здравствуйте. Здравствуйте. Что? Не идут автобусы? Идти-то они идут, да не останавливаются. Ну, следующий остановится, это я вам обещаю. Спасибо, Савва Тимофеевич. Савелий Тимофеевич. Теперь прошу вас отпустить со мной нашего поэта Александра Сергеевича Макарова. Прошу вас, Александр Сергеевич, не стесняйтесь, не стесняйтесь. Что с вами, Александр Сергеевич? Мне кажется, Савелий Тимофеевич, вряд ли следовало рекламировать меня на автобусной остановке. Помилуйте, Александр Сергеевич, ну, какая же реклама? А что скрывать? Это ведь... Вы это вы, и народ должен вас знать. Далеко ли собрались? В поселок Комсомольский. Там и сердце. Нет, к другу. У вас есть друг? Ну что ж, у каждого Моцарта должен быть свой Сальери. Извините, Александр Сергеевич. Да. Убирайте. А что, Джохар? Плевать я хотел на Джохара. Убирайте, ни о чем плохом не думайте. Ну, Александр Сергеевич, прошли бы что-нибудь из новенького. Нет ничего нового. Что так, не пишется? Почему? Не знаю. А я знаю. Это я, дурья башка, во всем виноват. Не надо было вам тогда давать денег. Я-то расчувствовался, дурачина. И принципу изменил. А какому принципу? Поэт должен быть голодным. Вот скажите, Александр Сергеевич, вы сейчас голодны? Я пообедал. Вот поэтому и не пишется! Идет, не знаю, пройдут дожди, сойдут снега, но ты мне улица родная и в непогоду дорога, но ты мне улица родная и в непогоду. Может, чайку, Сергеич? Да не чаю не надавать, а денег. Денег? А сколько? 10 000. 10? Найдем. 7 у меня дома. А 3 на работе перехвачу. Может, по маленькой? Да не, я вообще сейчас не пью. Да я тоже не пью. Ну, разве по 50 грамм? По 50? У меня завтра министерская проверка.
Шаляпин приезжает. Шаляпин-то кто? Министр Сергеевич. Министр. Так, больше не будем? Конечно, не будем. Так тебе, может, разбавить? Зачем? А? Ну, что ты все время руку держишь? У тебя желудок болит? Что ты взял? Ну, ты там все время руку держишь. Да, ничего. Нет, нормально все. Значит, за то, что в твоем семействе все было хорошо. Слушай, Васька, расскажи про Афган, как вы там стреляли? Стреляли. Ну, расскажи, ты из пистолета стрелял? Стрелял. Сам знаешь, как писали. Грязная война. А ты что, не понимал этого, когда добровольцем туда вошел? Почему не понимал? Ну? Кто должен был идти? Ну, пусть бы это кто-нибудь другой шел бы. Он и пошел. Кто? Федька Федоров. Через год сынка в гробу привезли. Так ты что, мстить за него отправился? Ну, а почему мстить? Мне перед тетей Верой было неудобно. Кто это? Мать его. Ну, ладно. Давай еще черточку проведем. Да я пойду. 11, 12, 14, 15. Если я сейчас глаза не открою, я засну. 16, 17, а ты погоди-ка. 18, 19. Ты представляешь, Сергей? Захожу к Вере Павловне, сидит, плачет. Знамя отрядное в Москву увезли, за валюту продали. Вот это осталось. Просила сохранить. Обещал. Сохраним. Жалко старуху. А давай в ватерлинию опустим. Давай. Желудок. Нужно молоко. Нету молока. А коза есть? А? Коза есть. Иди сходи к ней, скажи, Зина, один человек поэт, между прочим, очень хочет молоко. А она у Сидоровых. А ты ее купил? Купил. Ну так иди приведи. Раскупил. Мне ее селить негде. А куру у тебя где жили? В теплице. Ну и коза там поживет. Ты думаешь? Уверен. А ну пойдем посмотрим. Пойдем. Пойдем посмотрим. Пошли. Посмотрим. Ну это ненадежно. Что ненадежно? Полиэтилен. Полиэтилен ненадежно. Я тебе сейчас не стану написать формулу химическую. Нет, полиэтилена, но ты сразу поймешь. Если я тебе здесь напишу, ты поймешь. Это очень. У нее хорошо, рак, к примеру. Я коза, Зина, смотри. Вот. Ну. Ну. Надежно? Ну, надежно? У тебя, дорогой, нет. А силы? Ты что хочешь сказать, у меня силы меньше, чем у козы? Вот смотри. Да. Я коза. А ты... полиэтилен? Полиэтилен. Ну, давай. Допустим. Ну... Теперь давай я коза. Хорошо. А ты? Я полиэтилен, а ты коза. Я очень хороший.
будьте любезны. Вас я хорошо, рядом. Хорошо. А вы чокнитесь, так будет легче. Ваше здоровье, Александр Сергеевич. Откуда вы меня знаете? Читаю мысли на расстоянии. Да нет, просто когда вы вошли сюда, вы сами с собой разговаривали. Эх, говорили вы, Александр Сергеевич. Эх, Александр Сергеевич. Или это вы с тем вторым? А как вас зовут? Марго. Маргарита. Марго. Ваше здоровье, Марго. Эй, Хачик, закрой свои ясные очи и иди отсюда. Почему ругаюсь? Сразу бы сказал. Значит, если вы Александр Сергеевич, то должны любить стихи? Люблю. А может быть, вы сами сочиняете? Пишу. Прочтите. Нет. Почему? Нужна аудитория. А что, не приглашают? Ну, почему не приглашают? Вчера, например, пригласили. И куда же? В тюрьму. А вот мне аудитория не нужна. Слушайте. Ночь как ночь. И улица пустынна. Так всегда. Для кого же ты была невинна и горда? Лишь сырая каплет мгла с карнизов, я и сам собираюсь бросить злобный вызов небесам. Все на свете знают, счастья нет. И который раз в руках сжимает пистолет. И который раз, смеясь и плача, вновь живут. День, как день, ведь тишина задача. Все умрут. Я вижу, вы люди благородные. Не одолжите сигаретку, я куплю. Не курю. Простите, я не представился. Потомственный дворянин Протасов Федор. Постойте, есть. Вот, пожалуйста. Дед мой, Густав Дебиль. Вы не тем концом взяли? Ничего-ничего, очень даже хорошо. Кареты в Москве, кареты в Петербурге. Мальчиком на синюю птицу в Амхат бегал. А мне кажется, мы с вами родственные души. Господин начальник, все нормально. Вот справка об освобождении. Большая потеря зрения. А, ношение и хранение? Да-да-да-да. Купил по случаю. Пистолет системы Макаров. В целях самозащиты. Черт, попутал. А вообще-то я энтомолог, специалист по бабочкам. А теперь кто бы я? Никто же, живой труп. Кто вы, чтоб судить меня? Этот автомат и еще 15 тысяч таких же были украдены из полиции до того, как они... О, сладость, о, самозабвение полета! Пусть вниз головой, пусть единственный раз с высот крупноблочного дома в асфальт, кончаясь этой рабской душой и телом. И вот я окно распахнул и стою, отбросив ногою горшочек с геранью. Накажи сопляка за рабскую злобу и неблагодарность. Да здравствует музы, да здравствует разум, да здравствует мужество, свет и тепло,
Да здравствует Диккенс, да здравствует кухня, да здравствует Ленкин сверчок да герань. Гостей позовем и картошки нажарим, бокалы наполним и песню споем. Ой, правда замечательно? Да. Хочешь, я покажу ее? Да, конечно. Куда мы именно мы едем? Это сюрприз. Я люблю сюрпризы. А я, знаешь, когда забеспокоилась? Когда приехала утром Вася, сказала, что ты скоро будешь, а тебя все нет и нет. Ой, а козье молоко, оказывается, такое чудесное. Оська так его пил. Кто там приходил? А, сантехник. Это еще вчера вызывала. У нас что-то с бачком. Опусти крышку. Да ты что, обалдел, что ли? Идите, Герман. Идите. Я умоляю вас. Идите. Идите. Сашенька, Осю разбудишь. Осю, Осю разбудишь. Никогда ничего не делай без моего ведома. Сашенька, но я ничего не смыслю в туалетных бачках. А ты? Тебе нельзя? Почему? Потому что ты поэт. Да, я поэт. Я поэт. Но разве я перестал быть мужчиной? Разве я сам не могу? Но ведь ты никогда. Я что, человек из мрамора или человек из железа? Я живой человек, живой. Все в мире меняется, я тоже. И слава Богу. Слава Богу. Ай да Макаров, ай да молодец. Алло. Алло, алло. Анна, это ты? Папка, ты? Ну я, кто же еще? Как дела, когда приедешь? Дела хорошо, когда приеду, не знаю. А где мама, Оська? Гуляют. Оська не заговорил? Нет пока. А я как раз тебе звоню. Папка, послушай, какое чудо. Да. Что? Ночи Черниговской. Гор Араратских. Шерстку шею доставай. До неба чат, упасая от милостей братских. Скачут лошадки Бориса и Глеба. Носит Господь с высоты осиянной. Церкви горят золотою звездкой. Меч навострил светопол покаянный. Дышит убийцы за каждой. Что за черт?
путают путем лукавые черти. Даль просыпаются в россыпях солнца. Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти. Мук не принявший вовек не спасется. Оська, а Оська? Чего ты молчишь? Все молчишь, молчишь. Поговорил бы с отцом. Интересно, какое первое слово ты скажешь? Мама или папа? Мама, конечно, мама. Так. Иду, иду. Алло, Сергеич, ты не забыл? Что не забыл? Сергеич. А. Слушай, я подумал, теперь стихи и на воле никому не нужны, а уж там. Ну ты же обещал. Ну я в принципе не против, но нужно ли это? А помнишь, как Маяковский говорил, светить везде? А тир, ты же пострелять хотел. Да, да. Ладно, ну я приду, раз обещал. Приду, да, пока. Пока. Здравия желаю, товарищ поэт. Это ничего, что я вас вот так называю. Спасибо, что не гражданин. Ну, что, что, что. У нас вам делать нечего. То есть я имел в виду, вот так, как сейчас, сущность игры, это милости просим. А на долгий срок это лучше не надо. Василий Иванович, я пошел в библиотеку взять книжку, товарищ поэт, почитать стихи перед встречей. Их там нету. Как нету? Так, нету. Михаил Евграфович, сам лично купил, принес, положил 20 экземпляров. Все. Значит, уперли архаровцы. Размер, наверное, небольшой. Вот сущность игры на самокрутки пошли. Я разберусь. Давай. Да, там еще книжка была, тоже стихи, Цветаева. Случайно, не твоя родственница? Какая родственница? А. Значит, программа у нас такая. Во-первых, небольшая экскурсия по веренному нам учреждению. Во-вторых, пообедаем. А нельзя ли исключить второй пункт? Нет, тюремных сец вы у нас отведаете. В-третьих, чтение стихов, ответы на вопросы. А тир? Тир, это в первую голову.
Это хорошо, Александр Сергеевич, что вы интересуетесь. Всякий поэт лишь тогда чего-то стоит, если он в сущности игры может себя защитить. Александр Сергеевич, и вы здесь. Пожалуйста, к стене, Савва Тимофеевич. Савелий Тимофеевич. День добрый, Николай Евграфович. Я в 111-м, Александр Сергеевич. Заходите на досуг, пойдемте. Чайком побалуемся. Савелий стихи почитаете. А он у вас как оказался? Да, по глупости. У него в машине пистолетик нашли, итальянский беретто. Вообще-то они в сущности игры, у кого незаконное оружие, заявление на каждый день пишут. Ну, а этот, видать, поленился. Какое заявление? Простое. В милицию. Я такой-то, такой-то, нашел пистолет, несу его сдавать. Дата, подпись. И так на каждый день. Что ему теперь будет? 5 лет, конечно, не дадут, но 3 года точно. Да? Вот она машинка. В сущности игры всем машинкам машинка. А это кто? Это Стечкин. 20-зарядный. Прицельная стрельба 200 метров. А что, считаете пистолет Макарова хуже? Намного хуже. Хуже. Его ребят в Афгане так называли. Только застрелиться. Вот так, в сущности игры. Василий Иванович, я прав? Ну, это кто как хочет. Мне Макаров однажды жизнь спас. Но мы спорить не будем сейчас? Не будем. Прошу, товарищ поэт. Помните, пуля, что слово вылетело, не поймаешь. Василий Иванович? А вы, в сущности игры, и очередью. Очередью. Не рви рукой. Василий Иванович? Нет. Да. Ну-ка, поучи друга стрелять, Василий Иванович. Поучи. Талант нужен, товарищ поэт. Какой талант? Какой-какой? От Бога. Не ты не рви. Значит так, дыхание затаил, курок не рвешь, нажимаешь плавно. Давай. Есть! Есть, товарищ поэт! В сущности игры. Есть. Есть. Вступительное слово предоставляется прапорщику Цветаеву. Вы знаете кто? Обижаешь, Иваныч. Это я вас обижаю. Где Герасим? Ну, здесь Герасим. Украли книжки-то? Скурили? Не я тебя просил проследить? Так они сперва читали. Читали. Если б читали, не скурили бы. Значит так, товарищи, господа заключенные, те, кто это сделал, последние торбохваты и кусочники. А на том месте, где у них раньше совесть была, хрен вырос. Василий Иванович. Ну, не знаю, захочет ли он после всего этого вам свои стихи читать. Я бы не стал. Соловей, сука, книжки упер. Наказали уже. Давай, читай! Давай! Соловей? Красин! Thank you.
Добрый день. Товарищ подполковник, Соловьев сбежал. Встреча прерывается. Всем разойтись по местам. Прости, Сергеич. Ну, Соловей. Ну-ка. А вы на... Ты, ладно. Районное отделение внутренних дел от гражданина Макарова А.С. Заявление. Я, Макаров А.С., волею случая нашел на улице пистолет Макаров. Тише. Папа работает. Папа работает, а мы с тобой погуляем. Районное отделение внутренних дел от гражданина Макарова А.С. Витюш, ну поди сюда. Поди, поди, я тебе хлебушку дам. На, не узнала? Не, а кто это? Да Витька Корчагин, электриком у нас работал. Да ты что? Ну, ты что? Он, значит, Сенька Писарев, да еще один решили на троих сообразить. Ага. Ага. И третьего-то за рядом послали, ждут, а его нет и нет. Сбежал. Ну да, выпить-то им охота, и пошли они его искать. А ночь была, ну они обознались. А тот их пистолетом чуть не пострелял. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, Сеньке-то ничего, черту. А Витюшка-то он, видишь, ослаб. Эй! Невольник чести! Марго! Ура! Знаешь, каждая моя встреча с тобой как будто первая. Вот как? Почему? Потому что ты все время разная. Это потому что я все время по-разному одеваюсь. Нет, ты без одежды разная. Ой, это хорошо или плохо? Это потрясающе! Сегодня всю ночь читала твои стихи. Ты хороший поэт, Макаров. Ты говоришь это потому, что я держу тебя на руках? Не поняла. Могу ведь и уронить. Погодяй, пусти меня. За все сокровища. Привет. Мне кто-нибудь звонил? Пак, ты в этой шляпе? Похож на Пушкина, Бессарабии. Спасибо. Thank you.
знаю это точно. Так и стоишь здесь? Я так волновалась, Сашенька. Утром позвонила Вася на работу. Зачем? А он ничего не знает. Зачем? Но он наш друг. Он... Друг? Друг семьи? А может, он только твой друг? И нам вместе очень хорошо станет. Думаешь, я ничего не понимаю? Ну, что ты молчишь? Ну, спроси, что мне на шее, а я отвечу. Спроси, какими духами от меня пахнет. Нет. Только не кричи, пожалуйста. Ты испугаешь Осю. Осю? Его уже ничто не испугает. Есть давай. Жрать хочу, слышишь? Все готово. Сейчас подогрею. Саша, я очень виновата перед тобой. Конечно, виновата. А в чем? Ты так долго ничего не писал. Я так волновалась и так хотела этого. Когда я вчера увидела, что ты наконец пишешь, то когда ты ушел, я не удержалась и прочитала. Прости меня, если можно. Пожалуйста. Саша, я не понимаю, что это? Что? Что ты не понимаешь? Что это? Это? Да, Саша, я совсем не понимаю тебя. Это поэма. Поэма? А как она называется? Ты не поняла? Макаров. Да, поэма Макаров, моя лучшая вещь. А ты что думаешь, то, что ты выковыриваешь из так называемых толстых журналов? И чем пичкаешь меня даже в сортире, то поэзия, то банальное и пошлое собирание образов. Это постмодернизм. Тебе известно это понятие? Известно! Метод разлагающего анализа. Я беру действительность и разлагаю ее. Разлагаю, 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 разлагаю. Я ее уже почти разложил. Я не понимаю, Саша. А знаешь почему? Потому что ты... Ты мещанка! Ты душечка! Как там ее называли? Оленька. Дочь отставного коллежского асессора. Племянникова. Вот! Вон! Вон из моего кабинета! Вон! Вон! Товарищ, ресторан закрыт на спецобслуживание. Марго, ты меня не узнала? Чего ты туда притащился? А? О, какая книжка. Прям целое книжище. Что там у тебя, случайно не динамит? Нет, пистолет.
Шутник. А с Пушкин про летчиков тоже шутка. Мы тоже про Пушкина знаем, слышали. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Ну-ка, давай на нем погадаем. Наталья, эпиграф тут по-французски, а вот перевод. Почему мне боятся сказать, это Марго пленила мой вкус? А при чем здесь Наталья-то? Так и мне узнать случилось, что за птица Купидон, сердце страстное пленилось, признаюсь, я влюблен. Но это мимо. Это мне ничего не говорит о тебе. Может, прямо в яблочко? Да есть такая птица. Кого Купидон не клевал, тот сладкого не дал. Знаешь, что я за птица? Сирена, сирен птица вещая. Так, теперь слушай меня. Бери свою книжку и иди вон туда. Пошли скорее отсюда. Беги, Драхар! Беги! Стоять! Стоять! Стреляю! Сука! Ты! Сука! Сука! Уберите вы ее! Уберите! Я тебя пошел к черту. Джохар. Пошел к черту. Ну как там, Репин? Нормально. Пошел к черту. Пошел к черту. Пошел. Черт, черт, Саша, случилось то, чего не должно было случиться. Мы ушли от тебя. Чтобы ты не волновался и не тратил время на поиски, скажу сразу. Мы живем у Васи. За наши 20 лет любви и счастья я обращалась к тебе с просьбами дважды. Первый раз обвенчаться. За это Бог подарил нам Осю. Второй раз, чтобы ты носил с собой папиросы и тебе перестали бить. Сейчас моя третья просьба, последняя. Не пытайся нас вернуть. Дело совсем не в той женщине, поверь. И Пушкин не был верен своей жене.
Я все прощала тебе, Саша. Прощу я это. Но только не поэму Макаров. И жить с человеком, который создает подобное произведение, я не могу. Даже если этот человек отец двух моих детей. До свидания, Наташа. Ребенку спать пора, скоты. Ну, давайте, начинайте. Чего вы тянете? Ну, начинайте. Давайте, ну. Ну, вот еще. Что, кормилица? Давает молока на завтрак. Кормилица. Сергей, извини, я думал, Соловей, он мне перед побегом обещался пулю в затылок пустить. Ну, ты сам виноват, нельзя так шутить. Я с просонья обознался, я же мог убить тебя. А я тебя. Где ты это взял? Не взял, не взял, купил. За хранение ношения? До 5 лет? Дай сюда. Что с тобой? Не твое дело. Что с тобой, Сергеич? Скажи, ты сегодня ночью трахал мою бабу? Что? Только посмей пальцем меня тронуть. Я спрашиваю, ты сегодня трахал мою бабу? Да ты что, это же Наташа? Она же твоя? Да... Да для меня она... Я все видел. Вы все ближе и ближе, глаза в глаза, а слова все горячее и горячее. Да же мы стихи читали. Какие стихи? Чьи, твои. А потом, когда свет погасили, я же на веранду пошел спать. Кто свет потушил? Да подстанция электричество экономит. Я тебе все равно не верю. Им ничего не говори. Понял? Ага, понял. С оружием не надо, Сергей. Статья.
Так этого я не боюсь. Давно не боюсь. А этого? Все, стою. Слушай, Сергеич, ты знаешь, что вчера Оська заговорил? Ты знаешь, что он сказал? Мне на плечи кидается век волкодав. Ты помнишь? Мне на плечи кидается век волкодав. Но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше, как шапку, в рукав жарких чего-то сибирских степей. Отведи меня в ночь, где течет Енисей. И сосна до звезды достает, потому что не волк я по крови своей. И меня только равный убьет. Сергеич! Александр Сергеевич, дорогой вы мой человек, а я как раз только что про вас думал. Завтра лечу в Москву новое правительство формировать. Так вот, хочу вас сделать министром культуры. Прошу. Ну, как вы на это смотрите, Александр Сергеевич? О, понимаю, не просто вот так сразу. А давайте поедем ко мне на дачу, там все обговорим, заодно и отдохнем. Глоток Наполеона. По глазам вижу, что ничего без меня не написали. Эх, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, морду-то кто вам разбил? Друг. А я всегда говорил вам, что у каждого Моцарта есть свой Сальери. Вас выпустили? Правда восторжествовала. Я им говорю, у меня алиби. Какое? Беретта не мой калибр. Мой счет начинается с 9 миллиметров. Ну вот, к примеру, если я из него вас выстрелю, от вас мокрое место останется. Так что справедливость восторжествовала, и злодей повержен. А злодея звали Джахар? Интересно. А что вы еще знаете? Знаю, что того, кто скрывается за этой газетой, зовут Марго. Многое же вы без меня узнали. Я узнал ее по запаху духов. Марго, стоит мне только сесть, как ты тут же мне изменяешь. Ну, Фунтик, я его не любила. Фунт, я любила его пистолет. У поэта есть пистолет? Ни за что не поверю. У Макарова Макаров. Что вы хотите этим сказать, Александр Сергеевич? Я хочу сказать, что я вас презираю. По отдельности и всех вместе. Что ж прикажете нам теперь делать? Отвезите меня домой. Есть. Играл. Опять. Ой, господи. Черт. Черт. Отдай.
теперь с тобой заживем? Разве нам кто-нибудь нужен? Никто. Только я и ты. Слушай, старик. Ничего, что тебя так называю. Ты не обидишься. Слушай, а ты Ваську не стал стрелять, потому что он о тебе отозвался хорошо? Ну тогда в тире. Правильно? Ну, я таки понял. Молодец, что не стал. А то, что бы мы сейчас сделали? Видишь, как я тебя понимаю? И ты меня понимаешь? Хорошо, что ты меня нашел. Вот я в школе читаю стихи на вечере. Смешной, правда? Это я в Литинституте. Вечер воспоминания 60-х. Вот это я на БАМе. БАМ Байкала, Амурской магистрали. Я даже стихи написал, чушь. Это Вика. У меня был роман с ней. Бурный. Талантливый чертовски. Повесилась в прошлом году. А это опять я. Твой покорный слуга. Похож? Не похож? Совсем не похож? Мне пора. Да я и сам так иногда думаю. Прости, старик, расчувствовался. Сейчас. Вот так. Понял, не дурак. Ты хотел? Сюда.
И на плечики кидает навек волкодав. Ох, не поверь, я в жизни, не в смерти.